Сегодня начало юбилейного Гайдарского форума, и в повестке рассмотрения вопрос социального и экономического развития Российской Федерации, регионов. Эти вопросы увязаны и с вопросами демографии, вопрос социального развития, создания рабочих мест и ростом доходов населения. Отрадно, что на экспертных площадках детально разбираются все эти аспекты для того, чтобы впоследствии при реализации национальных проектов были учтены все обстоятельства, и Россия действительно выполняла те показатели, которые были заявлены в поручения президента.